Кармакшинском районе Кызылординской области началось строительство детского лагеря на 150 мест. Старый Жасулан еще 10 лет назад во время половодья реки Сырдарья смыло водой. С тех пор местные школьники в дни летних каникул вынуждены отдыхать в соседних районах. На строительство нового детского оздоровительного учреждения из местного бюджета выделен 1 292 000 000 тенге. В целом по району объемы строительных работ выросли в 3 раза и составили 9,5 миллиардов тенге. Возводится новый мост и современная птицефабрика. Вот этих объектов в эксплуатацию позволит создать нам дополнительные рабочие места и увеличить приток инвестиций. Также в планах на этот год капитальный ремонт 4 автодорог. На эти цели уже выделен 1 000 000 000 тенге.